Вот многие говорят, зачем нам резервное отопление, газ никогда не отключают. Наступили холода, пришла осень, газовики ведут какие-то непонятные работы, на 2 дня отключили газ. Котлы модные, но газовые. Соответственно, они стоят. Включили наш резервный котел компании Эван, который у нас 2 года висел без дела. Вот самый нужный момент пригодился. Все работает, тепло идет по полной программе. Представляю, что потом придет, конечно, за электричество. Какой счет приятный. Но это уже второе. Главное, что тепло в помещениях. Так что ставьте электрические резервные котлы на случай, если вдруг газовикам вздумается зимой делать ремонт чего-нибудь там.